Дорогие друзья, здравствуйте всем. Я приветствую всех участников Гранд-финал Бокал 2021. Вы все с нетерпением ждете оценок за этот замечательный конкурс. В связи с непредвиденными ситуациями мы несколько раз продлевали конкурс, ждали те работы участников, которые заболели простудой, коронавирусом и так далее, ждали эти работы. К сожалению, немножечко конкурс растянулся. Ну и многие желающие, конечно, к сожалению, не успели подготовить работы по состоянию здоровья. К счастью, большое количество конкурсантов, несмотря ни на что, смогли подать свои работы. Мы их все просмотрели, члены жюри просмотрели. Все участники, безусловно, талантливые. Все. Этот конкурс был самый сильный. Собрал самых сильных участников со всех стран. И пришло время, друзья, огласить победителей. Победители, могу сказать, что все вы молодцы, огромные. Но некоторые из вас были выделены членами жюри. Итак, те, которые получают гран-при, это Стефани Петрова Николаева, Леди Галакси. Это среди детей. Я вас поздравляю, вы действительно очень талантливая девочка. Та девочка, которая сама пишет музыку, сама пишет тексты, сама же шикарный вокалист, все это монтирует и выдает качественный продукт. Да, в таком юном возрасте она уже неоднократно принимала участие в наших конкурсах со своими авторскими композициями, как я вам сказала. Мы верим в ее большое будущее. 100% верим, потому что Стефани огромная, молодец. И так как мы и обещали, Стефани получает ротацию на радио, который находится в Чикаго. Так что вся Америка будет слушать нашу Стефани. С вами свяжутся еще менеджеры и огласят, когда выйдет в ротацию, какая песня, чтобы подходила на радио. Так что, Стефани, браво, мы вас поздравляем. В качестве приза, так, среди взрослых наибольшим количеством набранных баллов получает, внимание, Владимир Давыдов. Владимир, вы тоже огромный молодец. Вы исполнили академическую композицию. И вас, Владимир, тоже ждет приятный приз. Помимо наград, ведь мы хотим помочь продвигать классическое исполнение в массы. Так что ждите. С вами свяжется менеджер и огласит ваш приз. От тебя хочу отдельно выделить участников, чье исполнение особенно запомнилось. Это Елизавета Нестеренко. Браво, Елизавета. Карина Корнеец. Мария Клецкая. Умида Мирзахматова. И еще самые яркие стали Ренат Шорохов, Людмила Голубева, Наталья Наконечная, Владимир Давыдов, повторюсь, Маргарита Лазарева, аматорские вокалисты, коллектив Каблучка, Каблучанка, прошу прощения, Гончаров, Прожект, Мария Грей, Ганна Левченко. Со всеми участниками и победителями с вами свяжутся менеджеры до 5-11 числа относительно получения наград и призов. И тех, кого я назвала, мы приглашаем каждого из вас в Лондон на ежегодную премию 2022. Приглашения вышлем отдельно. Когда будет ясность и четкость с ограничениями, когда мы сможем действительно провести долгожданный
фестиваль в центре Лондона, тем более нас, зал Рудольф Штеннер Хаус, который в самом центре Лондона нас встречал в 18 году и 19 году, уже заждался. Так что благодарю всех за доверие. Не останавливайтесь, друзья, на достигнутом. Дерзайте, и ваш талант обязательно увидит весь мир. Обязательно вам улыбнется удача. Так что я желаю вам крепкого здоровья, победы и всего самого-самого наилучшего. С вами вся команда Golden Time Talent и я, Инесса Белая.